конфликте школьников теперь разбираются Следственный комитет и Департамент образования. Накануне второклассник после уроков толкнул девочку, та ударилась о стену и попала в больницу. Впрочем, в тот же день ребенка отпустили лечиться домой. О диагнозе пока не распространяется, в школе началась внутренняя проверка. Обе семьи характеризуются только положительно. Историей занимаются и областные следователи. Никаких серьезных здесь проблем со здоровьем нет. Мы надеемся, что их и не будет, потому что не сразу все проявляется. Вот, естественно, что сегодня в школе проходит внутреннее служебное расследование. Департамент образования мэрии города Ярославля, где что это тоже на контроле выйдет, выйдет туда. Ну и, конечно, мы тоже, естественно, рассмотрим потом все результаты проверки. Инициировано проведение доследственной проверки на предмет установления бездействия администрации школы, наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса «Халатность».